Всем привет, с вами я, Вадим Сена, игра Мафия 3. Мы продолжаем наше прохождение, и нам нужно поговорить с Донованом и насчет девочки. Одну секунду. А давайте мы заберем сейчас этот, как его, бронежилет. Нам бронежилет нужен. Да? Ничего так себе. Тут уже не пройти? Серьезно? Вот это, блин, прикольно. А как мы тогда туда зашли? Веселуха. Нормальный ход. Тут же проходили. Ну ладно, погнали. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и вообще расскажите, какие у вас вообще достижения в игре, что у вас новенького, как вы проходите ту или иную миссию и все остальное. Также хотелось бы узнать, что там выскочило. Я думаю, сейчас трындец будет, но нам повезло, чуть лоб-лоб не это, не стукнулись. Куда ж ты прыгаешь прямо под колеса? Тихо, 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 тихо. Ох ты, вот это. Сильно зовут полицию. Да вызывай нам. Ну, не до этого. У нас машина, конечно, пострадала, но ничего. Сейчас все будет пучком. Как-то после дождичка, как-то там не совсем свеженько выглядит все это дело. Тихо. Нам сюда вообще-то. Погнали. Тяжело, конечно, выровнять машину, но мы справляемся. 90 миль. И потихоньку мы приближаемся к тому, чтобы поговорить с Донованом. Это ФБРовец, который помогает нам в нашем месте. Это у нас лучших друзей. Друзья, это, конечно, хорошо. Главное, чтобы хорошие были друзья. Если у вас плохие друзья, то... Это не друзья, это даже не знакомые, это фиг знает что или кто. Ну, в общем, приехали. Тихо, 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 стой ты. Вон, вон. Куда бежать? Пока... А, вот он стоит. One of my guys picked up chatter on the wire. A crew of Altus' men are moving towards Paez as we speak. The Paez, ну, ладно. Отправиться в магазин. Good. Let's go. Ты смотри. The department store Paez works out of is up in Frisco Field. A place called Quattro Road. Yeah, I've heard of it. You'll be there before you know it. How exactly does an old money shop like Westroads end up employing Cuban exile working for the CIA? Old money comes with a lot of old secrets. And 10,000 taxpayer dollars a month. Motherfuckers call me a criminal.
Come on, my grandmother can drive faster than this. Well, let's go get the old bag and see what she can do. Потемнело, и сейчас будет суровая разборка. Sign of Aldridge's murder. This hour, Aya should be on duty with the rest of the janitorial staff. Let's get in there and find him. Отправиться в магазин. Ну, отправились мы в магазин. Заходим в магазин. Найти Пауэса. Слушай, ты позвольте мне, который с нами проходил. Так, подвинься. Вот и он. Depends. Who the fuck is asking? Motherfuckers are trying to keep you guys alive. We need to move. Now. Задание провалено, блин. None of this makes any sense. That can't be how it happened. Переиграем.
чересчур полез вперед, и нам было не так. Ну, сейчас посмотрим. Нам главное посмотреть, где кто находится, чтобы знать тактику действий. Где он? Вот так вот, то ходят тут всякие, понимаешь. Hey, you won't be a hard dude. I'm not gonna let one of the fucking bullets slow me down.
No argument for me. Да уж. Пропёрлись. А это еще что? Родник этот? Ага. Красотень. Поехали. Перебить наемника. Да, перебили всех. Вот так, да. Мы еще те, блин, эти пулеметчики. Сейчас мы тебя спасем. Last meeting was
22.5 degrees latitude, 87.9 degrees longitude. Where the fuck were you heading west? After that shit with Kennedy, Khrushchev told Fidel to return the war. He didn't want to send with the disassembled missiles, so he arranged to meet the Russians at an airstrip outside of Mexico City. Perfect. Thanks, Paez. Gobble into Madrid, huh? Sure. Look, I'm gonna get us a boat. You meet me when you're ready. You got this. Yeah, go on. Какой-то чуть я. Бастер. Девочка завершена. Перебить наемников. Дело было во Вьетнаме, встретиться с Донованом. Опять с Донованом. А где это я тут оказался? Встретиться с Донованом. Это буквально здесь. В пару ушингов. Вот это тут это. Вы покидаете Нью-Бордом. Вы не сможете вернуться, пока вместе с Донованом не разберетесь с Конором Олджем и боеголовкой. Понятное дело. Поехали. Надеюсь, мы успеем это все сделать, и все будет без происшествий. Прикольно. Это мне нравится. We're running all over the goddamn place. It's about time you tell me what went down between you and Alden. 1963. I've been in the country a little under 2 years. Andre Jiang. Stay out of this, Chong. That's not exactly my style. Chong, what did you do? Let's just say, I'm having a little accident. Tell that man to come out. But not before you spilled all your dirty little secrets. Like how you've been feeding yourself to the NBA? The US government executes traitors. I'm hoping they'll hang you. Так и знал, что сейчас будет именно это мусорное ведро. Come on.
дело было во Вьетнаме. Где тут ты идешь? Снайперская поддержка. Нужно убрать какую-то цель, выбрать снайперскую поддержку из меню оружия. Выбрать цель для снайпера. Удержите G. Пусти G. А где эта снайперская поддержка? А, вон она. Чин. Your eyes on account of the most ahead. What do you mean? Someone's gonna be in charge down there. Let's see what we can get out of it. Ты преследователь наемник.
Ну, поинтересно. Отлично. Почти всех уложил. Есть еще желающие? Да, тихо. Давай. Уходим. Наемника, вон он там. Больше не видно никого, тут вообще зомбики кого-то. С контрольной точки все же получилось и классно было. Who's gonna go give him? Mm-hmm.
вести идут. Есть желающие еще?
куда ты пошел? Давай обратно. Сейчас тех надо уложить двоих, и потом мы с ними разберемся. Ты видишь? Где-то вот тут он. Вот он. Там что, один остался, вроде их двое осталось. Понятно. Вроде один. Блин. Ну, спаслись. Вроде больше никого нет, только этот. Ваши где?
отлично. Место крушения. Ну, погнали. Поищем место крушения этого самолета с боеголовкой. According to the Mad Doctor, the only thing keeping us from full-scale nuclear annihilation is knowing there's enough nukes between us and the Soviets to wipe out the planet. Mutually assured destruction. Mad is our failsafe. But if a single nuke falls into the wrong hands of some rogue actor, that's when the probe starts tipping and all bets are off. What you're saying is you have no idea. Not a goddamn clue. Аккуратнее, чтобы не нарваться только. Здесь уже поаккуратнее надо быть. Отсюда самолет. Подсади его, блин, капец. А ты меня вытащишь? Один тудой, другой тудой. Давай. Далековато. Туда он идет. Спасибо. Пускать упавший самолет. Oh, man. There's a turret here.
Listen, brother, resist. Shit. Okay, I'm fine. I'll cover you from here. Don't let me sing up, you'll be on fire. Roger.
Там наверху еще один. Ну, он убит уже. Давай, залазь. Туда. Стопудово. Стопудово. Слабака. Слабачья. Goddammit! He beat us here. But he couldn't have gone forward that day. Oh, fuck! The two of you. Turn around slowly. There is warhead. He said, ouch. It was going to be a happy situation. Hey, shift for brains. I asked you a goddamn question. Where's the nuke? Boy. Please, don't you kill me. What's Andres doing? Go, go, go! Hey,
Скрыться от наемника, встать к пулемету. Интересно, сзади или спереди будет? Давай, садись. Найти бэк-колонку. Loyalty to his home country, and if you fill it up with angel resentment, you'd be surprised what you're gonna get him to do. Приехали? Серьезно? Пять пешком? Goddamn face, you're so silent. No, right on, close. You need to go. Stay.
Да уж. Что ты сделал? В бункер. Почему бронежилета нету? Я тут, блин, ищу бронежилета, его нету. Сейчас погодь, я еще с этим еще. 50 баксов все-таки. Тоже деньги. Биты такие тут машины стоят. Давай. Да понятное дело. Будем бороться с той стороны. Двое недобитых.
Ну пошли. Прочитать. Подпись иной лист солдат, работавшего в бункере. Русскоязычная. Это типа склад оружия, да? Ну идем.
Не понял. Это ванна и туалет. Вверх. Не, винтовки нам точно не нужны. Значит, вниз. Thank you.
Сарацевский ракетный институт на Кубе. Всем бригадам приказано отменить работы, связанные с постройкой военного объекта Синий-2. Всю технику и одежду с советской маркировкой приказано оставить на базе, чтобы избежать подозрений на случай, если наши корабли попадут в американскую блокаду. Понятно. Я тут его, блин, это он мне тут бросает, ничего не делает. Кто там? Где там стрелял? Там. Пуститься в шахту. Get this motherfucker!
I can do. Ну, наверное, же сюда. Куда это мы? Пуститься в шахту. А что мы активировали? А, это вот это. Больше. Ого.
Я про це до дока. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был Вадим Сена. Остальное мы увидим в следующем.